23 октября 2013 года. Жизнь моя заложила следующий виток и сколоть. Натужно хрустнув, как бы хрустнул хрящ, добытый из борща, мозг тронулся на месте заржавленным винтом. Спят петухи, как все. Часы отмыли 3, потом 5, а просыпаться в 7, то есть вставать с постели. Как нарочно тут стала карусель. Я был на ней и в воздухе остался, наедине с собой, похожим совсем. Наивно уповать на химический рубильник в посталкогольной мешанине полусынов. Набрякшееся в ухо, словно губка, мозговое вещество, как-то ему методы ненасилия в противные зубы прискучили, как ангажированный тамада в пренебрежении телесными руками хватило стопкой по столу, зевало, ворочалось на пропотевших простынях, ночь напролет кряхтело и стенало. Когда отверзлись очи, очутилась в ине благоуханной полумгле. Восстала, осознав себя, не то чтобы вполне, сколько сумел, кот. На нетвердых, отчасти зябнущих сосна ногах, крестяся на ходу китайским утюгом, пустилась талия взыскать корнево пристанище кругом в душевной простоте дельцов. Марта 2008 года, ностальгирующая, опубликована 9:03 после полудня. Сырая жизнь, сама того не замечая, с течением времен отстаивается до той кристальной ясности, когда я перестаешь отличать от некоторого рода литературной икры или стилизации. Между тем, представленное мир событие составляет собой физический факт. Это было 16 лет тому назад, а запись относится к 2008 году. Это было 16 лет тому назад, поздней осенью и зимой. На Кавказе самопровозглашенная Горская республика воевала с иной самопровозглашенной, суверенной, недружелюбной территорией, добиваясь своей эмансипации от деспотичных соседей. Из-за давних моих связей с теми местностями и теми людьми на стороне, вновь провозглашенной государственности пришлось воевать мне. Так как я в молодости был кадровый офицер, уже имел некоторый предварительный боевой опыт, так как я пользовался достаточным доверием тамошнего руководства, мне случалось выполнять специальные задания и вне зоны непосредственных военных действий. Эти многоходовые сложные предприятия производились на широких пространствах, в российских столицах, тогдашней Ичкерии, и Таджикистане, и Азербайджане. Так, например, рухнул железнодорожный мост через Куру в районе бывшего танкового полигона. Увы, в 1992-м, начале 1993-го года, то через него осуществлялась несанкционированные поставки неправых из воюющих сторон. Подобная деятельность подразумевает большое нервное напряжение, которое ищет возможность в
разрядке, бессонница среди завсегдатаев и уличных баров и казино. Действие происходит между гостиницей «Спутник» на проспекте Мариуса Тореза и улице Софьи Ковалевской в Санкт-Петербурге, где я тогда жил. Странным образом, память его мне возвращает теперь в некоторых парадерпинских каденциях. Полупьяный, брутальный грузин, улыбаясь мне искренне, вопросит, буду пить, буду пить или нет, или пить. Мне в ответ овалоокая Терри достаточных лет, откровенно ажурная, заворкует картонно ожогнее, выспленно, и попросит, если что, прилетит. В полисованном неряшливо замолчит. Что-то с диска доносится о любви и тоске, пес толкает в прострельный пок. Безучастно отчаянная запульсирует жилка в поврежденную в стародавную шкуру из дня. Запасусь у халдея амаретто и рубином кампань. Попекусь о восточной лестнице, чтоб не пить одному, расскажи ей. Поведаю в сообразном надсадном рукаве о дороге до неба и сыне пока дано. Застроится слезами, размоет свои азиатские дикие краски. Я увижу в глазах ее ветхозаветную грусть, она тоже живет. Тоже верила в сказки, что она не скажу, а я, быть может, назад не вернусь. Просидим до утра в захламленной квартире, на рассвете поблекшая Терри предложит минет, я отвечу ей нет. И она неуспешно, неловко, отчаянно сунет голову в петлю в сортире. Привет. Разобьется о пол, покраснеет, причешется пальцами. Станет морщись курить беломор кентамит. И исчезнет в ноябрьском тумане. Едва просветлеет на улицах. Робко путаясь в бросах, брошенным летом какой-то моей метрессы разгневанной.